Приветствую всех на канале White Art. Сегодня у нас на обзоре сварочная маска Хамелеон производства компании Fubok. Модель Fubok Optima Visure Black, купленная в магазине Online Trade. В комплекте находится наголовник, сама сварочная маска, инструкция и запасное защитное стекло на светофильтр. Гарантия на маску 2 года, о чем свидетельствует наклейка на стекле. Изготовлена маска из очень неплохого пластика, полиамида или нейлона. В меру жесткий, но в то же время пластичный, что сохранит маску от ударов. Маска имеет большую зону обзора, 100 на 65 мм. Светофильтр изготовлен по технологии Natural Color. Маска оснащена 4 датчиками и имеет 2 регулируемых режима затемнения. В светлом состоянии маска имеет затемнение 3D, что позволяет хорошо видеть при плохом освещении. Для меня это является огромным плюсом. Также имеется UF-защита до 16 единиц DIN. Наголовник монтируется к маске очень просто, прикручиваем с боков барашками. Наголовник очень удобный и позволяет подстроить размер под себя очень неплохо. Снизу светофильтра находятся ручки управления параметрами маски. Переключатель между режимами затемнения. Первый, 9-13, подойдет для обычной сварки, также для полуавтомата. Второй, 4-8, для сварки ТИК. Третий режим для работы болгаркой. Дальше идет ручка для подстройки уровня затемнения в самих режимах. Следующая ручка регулирует время перехода в светлое состояние и регулируется в диапазоне от 0,2 до 0,8 секунд. И последняя ручка регулирует время срабатывания в темное состояние. Переход маски в темное состояние составляет 0,4 секунды. В середине находится кнопка «Тест», которая оценивает работоспособность батарейки. Маска питается от одной батарейки R2430, которую можно заменить самостоятельно. Теперь попробуем показать вам уровень затемнения маски на примере обычной лампы накаливания. Подведем итоги. Маска мне очень понравилась. Она очень удобно сидит на голове, плюс вес всего 0,5 кг.
В данной модели установлен очень хороший светофильтр класса 1.1.1. В общем, я заканчиваю на этом свой небольшой коротенький обзор на маску Fubok. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и не болейте. До скорых встреч, дорогие друзья!